Приветствую всех зрителей канала в игрушке Deadly Styles. Тут у нас выпустили крупное обновление, судя по всему, на 12 гигов. Пока что что-то я не вижу чего-то нового. Так. Предположим, мы выбираем деревню. В чем мы еще не бегали? В этом мы бегали? По-моему, еще нет. Так, ну, кстати, стволы у нас без модификации, значит, все-таки что-то обновили. Так, лошадь здесь ставим. Давай, наверное, вот так сделаем. Так, возникает вопрос, что же такого на 12 гигов здесь появилось? Вообще, ради интереса, кстати... Ага, все на китайском опять. Так, я видел... Нифига себе, что у меня с лицом. Я видел скриншоты... С тем контекстом, что можно два ствола таскать. Я до сих пор не могу понять, где это все. Ага. Так, другой вопрос, а где все? Так, я слышу ребяток. Ага, вот он. А, вон оно что. Но я не могу пока что. Так, а у нас, кстати, появился инвентарь какой-то. Так, интересненько. Опа, опа, бежит, сука. Добегался, сука. Так, в доме 100% сидят, но сейчас они, кстати, убегать отсюда, скорее всего, начнут. Что такое? Я не хотел вас тревожить. Так, ну я сомневаюсь, что в доме будет что-то. Кстати, неплохая затея, судя по всему, сзади-то заходить. Бежи, 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 бежи. Ты посмотри какой. Сука! Ты вообще не вовремя, ты знаешь, да? Ты девочку испугал. Так, ну... А, вон оно что. 556, ну это... Что ничего с этим не могу сделать. Так, добавили у нас апельсиновый сок. Непонятно нахера, правда. А, кстати, у нас до сих пор 31 патрон. Чего как бы не совсем должно быть, по идее. Почему они до сих пор это не исправили, непонятно. В смысле, блядь? Ты чё, сука? Ты откуда взялась вообще? Почему эти звуки подвисли, непонятное дело. Ну да ладно, так здесь мы уже были. А чё? А почему я не могу... Опа, ребятки заспавнились там, где их не было. Так, ну... У нас есть проблемка, ребятки. Где? Ну, что-то не понял юмора, почему я не могу...
Ёбаный рот. Короче, у меня сбился вот этот момент переключения на... Нихуя себе. Слева где-то. Ага, вижу. Это что за приколы? Я не могу переключиться на вид от третьего лица. И от первого теперь, кстати, тоже не могу. Что за... Раньше такой херни не было. То есть как бы это вот с обновлением. Это вот, конечно, замечательно. Они очень быстро отдохнут. Но вот меня смущает, что здесь есть... Да, без прицела я херово попадаю, да? Блять, это мои волосы. Я думал, это... 28. Но у нас здесь есть любопытные зомбари. Звуки, которые присутствуют в игре, только первое время так... играют. Так как им свойственно. Не как задумывалось. Потом уже это просто фон. Блин, это максимально странно. О, давай, давай. А, так быстро? Блин, вообще неудобно, пиздец. Алло, можно мне как-то... Заебись. Сука, ко мне, блядь. Блядь, это мои волосы. Короче, главное, чтобы большие меня не особо-то не замечали. Иди сюда. Сюда иди. А, нихера. Так, ну теперь я могу стрелять на бегу, как я бы. Так, ну хорошо, давай предположим. Потору. Вообще нихера не вижу, блядь. Ага, она сдохла. Замечательно. Алло, не, это херня полная. А, я и скип не могу отжать теперь. Опа, эликсир. Чё за херня, блядь? Я теперь не могу стрелять, блядь. Вообще ничего не реагирует. А, ударь меня, пожалуйста, один раз. Так, она не садится у нас. Что это за прикол? Так, я хочу кое-что проверить. А я и не прыгаю. Вообще непонятно, почему так. Алло, что-то хотя бы. Еще один бежит. И что ты мне сделаешь? И нихера ты мне не сделаешь. Ибо что у него шеи? А, погодите-ка, давайте-ка тогда... А вот прикольно, если я еще что-то сделаю и... Все это начнет работать. Ну-ка, ну-ка, давай ты. И вообще всем похеру. Вот эти меня интересовали. Что они сделают? Короче, могу собрать их всех. Да иди в жопу. Так, возникает вопрос, могу ли я... А, я сквозь них прохожу. Взять патрончики, это же отдельная кнопка.
Я не могу взять патроны. То есть, типа... Это, конечно, замечательно, что вы все это обновили, но почему это теперь стало неиграбельным? Так, убежать я от них тоже, скорее всего, типа, не могу. Ну да, я теперь там... хожу. Да. Какая-то толпа педофилов бегает за маленькой девочкой теперь. А типа больше вообще поздно реагировали. Да, все ко мне. О, блядь. Вообще с удовольствием бы зажал, но я не могу, к сожалению. И эскейп не работает, и нихера не работает. А, стоп. То есть она типа может садиться, она может бежать, но может много не бежать. Даже теперь... А, нет, открывается. С тем моментом мы разобрались. Кстати, новая заставка у нас. Так, возможно. Я уж подумал, что будет что-то... Так, Dark Moon стоять не буду. В чем мы еще не были? Что будет наиболее интересно? А, она сразу поворачивает. Ну, значит... Так, а как мне... То есть, допустим, вот это второе, вот это первое, да? Все то же самое, практически то же самое. Здесь вот один. Походу, мне калаш дадут, да? А, я не хочу с калашками. Я хочу, чтобы у меня был и калаш, и АР-ка. А, да, мне же не попало это на канал. Ну, значит, вы это увидите впервые. Вся херня. Так, начинаем мы. Я предлагаю сразу переключить. И потом просто в дальнейшем. А. Так, у нас есть карта. На карте у нас есть... Нихера. Почему он не смотрит дальше? Короче, мне назад бежать, да? Я правильно понимаю? Да, в ту сторону. Я же представляю, что такое Dark Mode здесь. Сейчас, как только услышим звуки, будем отстреливаться сразу. Так. Нихера нет вокруг. Здесь у нас ребятки спавнятся толпами. Фонарик выключать не буду. А молния что-то значит, интересно? Отчасти, да, здесь есть какой-то момент неких переживаний, что все-таки вроде бы хоррор. А как, блядь? Как это, блядь, работает? Че, ребятки, калашика залупили немножко? Почему я оказался в обратной стороне от цели? Так, я хочу перебежать. Хера себе. Что так потемнело резко? Так. Акустики, конечно, охеренные здесь. Короче, в одной из попыток отснять эту игру, я уже бывал здесь. То есть, как бы то, что здесь есть немножечко чего-то интересного, я знаю. Ну, ровно вот до вот этой станции. По
Сейчас стараемся выносить всех в хэд. А, нет, кстати, появились молнии с того раза. Бля, иди нахуй. А ты чё, блядь, отстал от всех? Охуел, что ли? Так, по-моему, вот это оно, да? Да. Здесь нам тупо собрать... Что? Бумажечку? Не понял юмора. А, это шоколад, блядь. Я думал, бумажка какая-то. Слышу звуки. Никого не вижу. Ага, отлично, отлично. Я думаю, стоит оббежать, потому что... Ой, эти звуки. Эти белые звуки. Сука! Иди нахуй! Сын, сука, собаки, блядь. Так, я побежал дальше по дороге. Пожалуй, стоит. Ж нихера я тут интересно не нашел. А патроны имеют смысл заканчиваться, да. Кстати, на дороге поболее шансов. Ну и плюс, да, здесь есть сторонние звуки, благодаря которым мы можем услышать приближение опасности. Хотя, если какая-то херня здоровая выбежит, то, ну, тут, как говорится... Так, здесь у нас еще одна локация. Что, тоже шоколадка на капоте? Сука! Ебать, вот тут я обоссался. Отъебись, блядь, чувак. Ну, я же никому ничего плохого не сделал. Ла. В данном случае не сделал ла. О, блядь, нихуя себе он, блядь. Нежданчиком выскочил. И что, его здесь вот так вот будет? У меня все меньше патронов с каждым проходом подобной локации. Хорошо, пошли дальше. Так, есть локация, сука, есть локация справа, блядь. В лес пойдем, получается. Патроны. Я только не могу понять систему, когда выбегают наши ребятки. Ну, блядь, я взял какой-то красный. Шел нахуй, блядь. Вот и все, блядь. А то выскочили. И опять-таки у меня мало патронов. Либо прям идеально, короче, отс... 10 патронов, да. Ладно, 15, блядь. Конечно, пиздец меняет ситуацию, но да ладно. Так, а у нас показано, что мы как бы прошли локацию. Не, ну, кстати, ради интереса можно будет попробовать. Почему-то я вангую, что мне тут пизды дадут быстрее. Здоровье уже половину, патронов нету нихуя. Сука. Не вовремя, да, я стрелять начал, ладно. Я вас понял, блин, не надо. Да ладно, он с одной обоймы их. Она. Тысяча извинений. Она их с одной обоймы. Блин, эти звуки. Так. Кстати, не так уж и далеко бежать. Но! Там есть еще дальше, сука, локация, блядь. Ладно, хер с ним, сегодня пройдем столько, сколько сможем. Так, а чё? То есть здесь вообще ни хера?
И не патронов даже. Кинес. Дробовичка не хватает, просто пиздец. Так, погоди, а здесь... А, здесь тупо такая локация. Там сзади, суки, твари бегут, блядь. Четверо? Серьезно? Я так понял, красные яблоки являются каким-то триггером. Хотя, возможно, и нет. Возможно, я ошибся. Но здесь, кстати, не вариант пытаться где-то засейвиться, потому что они все равно прибегут. Стой. Опа, вторая обойма пришла. Так, сейчас возвращаемся на дорожку-то. Или можно не возвращаться? Нет, нужно возвратиться. Погоди. Нахуй мне эти яблоки? Можно как-то их... Стоять не вариант, как я помню. Поэтому пробегаем пока что дальше. Так, возможно, я что-то не понял. Ага, восстанавливается. Сука. Подождите, твари. Теперь понял. Так можно гораздо дольше, хотя их хуй его знает. У нас же и патроны еще могут закончиться. Слева что-то есть однозначно, но нет патронов, чтобы туда идти. Ничего никого не подсвечивается. Таблетки? То есть как бы, да, у меня есть ближний бой, но... Такая себе затея. Ну да, ну да. Да. Да иди нахуй. И нахуй, бля. И нахуй. Бля. Энергия закончилась. Сука, стой. Нормально отыграли? Нормально. Так, у нас где-то здесь... А, нет, стоп. Хотя, я же эту луну отстрелял, соответственно, я могу пробежать прямо, пока что никто на меня не кинется. Совсем понятно. Это типа... Так, сразу перезарядочка. А знает эту игру? Ну, естественно. Естественно, это, блядь... Что? Стоп! Это волна, блядь! Я думал, я за забором кого-то оставил. Где ты, тварь? Патроны лежали. Вы слышали эти звуки? Так, я не жалею, что я сюда зашел. Однозначно. Там херня, патрончики. Невероятно. Хотя 45 патронов. Блин, ну пожалуйста, можно еще? А что вам стоит? Я более чем уверен, даже на выходе отсюда мне уже люлей надают. Можно
Переключиться на одиночную стрельбу. Идите нахуй, блядь! Да вы чё, угораете? Я же никого даже... Сука... Блядь, здесь, короче, и на месте нельзя стоять, и... В любом случае придется пиздиться. Короче, мне надо было сразу забрать патроны и бежать, судя по всему. Блять, а тренера, сука, 100% нет никакого на эту игру. Справа сейчас будет еще одно место. Блять, ну это грустно. У меня есть одна обойма и еще 9 патронов сверху. Охуеть просто. Да даже боюсь спросить, типа, что такое Dark Mode в этом плане. Да блять! Да я даже ничего не взял, отстаньте от меня! Вот, сейчас я перепрыгнуть, получилось. Слышь, тварь! Какого хэя? Заебись, 27 патронов. Возможно, конечно, я излишне восприимчив к этой игрушке, но тем не менее. Меня смущает наличие у меня 27 патронов. Мне сейчас только чисто тупо бежать от них. Угу. А патронов нет. Ебитесь, как хотите. Что за? Мне дали две... А, нет, стоп, мне дали одну обойму. Пиздец. Да не, отстаньте от меня, блядь. Не могу перепрыгнуть. Ёбаный рот. А почему? А почему сейчас могу? Так, а, все, последняя точка осталась, допустим, да? Возможно. 31 патрон. Ну, 40 патронов, по сути. Ну, как бы один хер. Запустим яблочком, чтобы все не вредить. Блядь, я слышу звуки. Там нихера себе дому. Это походу это дерево, на котором мы первые смотрели. Также до пути мы с вами уже проходили. Сейчас опять начнутся охуительные звуки. Здесь... А, даже не начнутся. Лежать. Кто-кто бежит? Нахуй ты целишься-то, блядь? Так, он вроде последний. 17 патронов. Блядь, 17 патронов. Блядь, тут народу сейчас будет. А, еще попробуй отгадай, да, откуда зайти? Ну ладно, есть проход. Я очень надеюсь, что в хатах, помимо зомби, будет еще и... Блядь, вы видели, какой папк нахуй тут? Так, но ну мне здесь не дают побыть больше минуты одному, скорее всего. Мне нравится вот эта позиция, блядь. Сидеть в толчке и пиздить зомби. Ой, яблочко. По патронам хуй. О! О! На втором этаже всегда есть патроны в этой игре. Что, подождем, наверное, потому что сейчас придут.
А, я даже не на точке, которая мне нужна. А это чек только, блядь. Хотя нет, это не чек, это... Так, ждать. Убил шарик. Ебать, твой рот. Сука, перед сном самой тупой играть. Стартанем. Ебанулся, что ли, старый, блядь. Блядь! Чё, блядь? Твою мать. Так, ну здесь ощутимо поинтереснее. В этой ёбаной деревеньке, блядь. Так, патронов все так же нет. Так, а чё она мне там? Ах ты, сука, еще говорит, пробеги чуть дальше, да? Патроны, висящие возле... Ты мертвый. Так, у нас слева есть домик. Давайте-ка пройдем туда. Причем... Кто, блядь? Бегом ко мне. Ко мне все по очереди. Жесть, сука. Что есть? Может, нет. Есть еще кто-то. Я жду вас, ребята. Ребята. Пойти прям шаги слышу. А, сука, вы тут все, блядь. Еще есть твои друзья? Ты тут один, блядь, забавлялся. Так. Так, можно узнать, для чего у меня столько патронов? Так, кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, как здесь использовать два ствола одновременно? Или около одновременно, так, у меня сейчас три обоймы. Так, дом напротив. Опа. Там можно его не закрывать. Что я кого-то слышал. А, это дождь. Ебучая деревенька, блядь, где это следующий дом? Надеюсь, все будут в нем, а не на улице здесь. Да. Кто, где? Где, блядь? Лежишь? Лежи. Нехуй стоит. Пойти дома, блядь. Так, по патронам мне все нравится. В какой-то веке, блядь. Эти уроды опять на втором этаже лежат. Ждем.
А затвор вообще не передергивается, да? Сука, лежать. Нахуя кто там, блядь, не двигайся. Друзья, где? Друзей нет. Что ж ты, сука, тут один-то делал, блядь? Здесь нихер. А, дверь. Так, нам сейчас не так уж и надо, кстати. Можно спуститься. Так, меня единственное смущает, что мы были в ВВ. Короче, осталось три домика. Посуды, блядь, много, блядь. Главное, чтобы никто не накинулся, пока я туда бегу. Остальное поебать. Я же правильно бегу? Правильно. Не совсем я понимаю систему этой игры. Походу, пока здесь есть другие зомби в домах, эти меня не трогают, которые уличные, блядь. Да, я их слышу. Стопы, блядь. Чё, прям так, что ли, блядь, тварь? Пугаешь маленькую девочку. Тут какой-нибудь мутант валяется на кровати, а это спинка. А чё мне вообще дают антибиотики? Было бы интересно узнать. Можно попробовать? А, просто восстановление за. Я думал, может, от зомби какой-то эффект. Так, сколько всего здесь? Ты посмотри. Почти 250 патронов. Яблочко. А, ничего не пропустили. Блин, вот эти. Болики из папки. Так, выходить мне в эту дверь и в соседний домик напротив. Будем, короче, чисто зачищать. Что ничего не грозит. Собственно, и по патронам все великолепно. Теперь стало. Надо было сразу в эту дверь убежать. О, я слышу звуки. О, блин! Ко мне, детишки. В смысле, я ж тебя... Один справа остался, 100%. Слышь? Пойдем. Погодите, я когда зашел, было двое здесь, один здесь. Где мне показалось? Ага. То есть так, да? Нахуй. Не хочу. Никак не могу это использовать, тогда пошли отсюда. Остался еще один домик, финальный. Ну, можно даже не отгадывать, да, что здесь будут какие-то звуки. Уроды, вы со мной здесь один на один.
практически. Ебать, здесь комната на втором этаже. Но, тем не менее, я не ощущаю, что я пока что один. Пока все не посмотрю. Ага. Бля, сколько потом... Бля, я даже не представляю, что меня ждет после этой деревни. Какая тварь, судя по всему. Если мне столько патронов дают. Так, а мы здесь не все посмотрели и не все, скорее всего, и зачистили-то, да? А, походу все. Ня-ня-ня-ня-ня-ня, мне пизда. Опа. Сразу назад и наверху вот это закрываем и идем дальше. По лесу, блядь. Что-то мне это напоминает, как будто мы, блядь, уже это проходили. Надо мне еще что-то найти. Вот этот дом, что ли? Я готов. Сука, я заряжен, блядь, давайте. Давайте не будем тянуть, ребята. Там электричество какое-то, что, блядь? Это даже не в этой комнате. Так, стоять. Нихера интересно. Вот эти спящие чуваки сейчас на меня не накинулись, а судя по всему так и будет. Но могу и ошибаться. Че говорит? Я ни хера не понял. Ёб твою, блять, это сколько... А, блядь, можно как-то карту посмотреть там, нет? Ебись ты в рот. Хорошо, я тебя понял. Сука, это будет очень долгий обзор, судя по всему, да? А, нет, погодите, я же могу просто по кругу пробежать, у меня же инвентарь сейчас есть. Я должен забрать... Что, блядь, аккумулятор я должен забрать? Пиздец. Пока никто не побежал. Сука, на какой машине пизды начну давать? Скажите сразу. Мне кажется, на этих двух. Не, ну это прям сюжет, прям миссия. Считай, одна миссия 32 минуты. Хотя я, может, немножко и ебанил. Звуки, блядь, звуки. Идите нахуй. На открытую, блядь. Смелый, сука, на, блядь, девочку с одним патроном бежать. Так, возвращаемся. Сука, ну спасибо разрабам хоть такую... подсказку дали. Тысячи извинений за эти звуки. Теперь я могу.
Короче, у меня теперь два вопроса. Первое, что я здесь нахрен должен сделать? И второе, почему она такая непропорциональная? Почему у нее, если смотреть спереди, стопы как у кенгуру, блядь? А вот так нормальные вроде как. Даже боюсь я понять-то, блядь, кого с кем оставили. А чё? Чё я должен сделать? А. И что, блядь, я с этим? То есть это прям вручную, да? А, и все, я вижу, где еще два. И что мне это дало? Ебись ты в рот. Пиздит, блядь. Короче, нужно выключить две сигналки. Я только не знаю, где конкретно меня будут вылавливать и пиздить, как собаку, блядь. Судя по всему, уходит от домиков. Да? Охуенно, блядь, включаешь электричество, сигналка срабатывает. А даже нету никаких обозначений на карте. Молчать. Я слышу еще звуки. А почему я их слышу, тварь, блядь? Можно как-то договориться, ребят? Ну, нихуя, да? А, прям так решили? Идите нахуй! Сейчас на пороге встанем, будем пиздить, пиздить их всех будем, блядь. Вот так, как собак, блядь. Как меня хотели отобрать? Так, а звуки там, они бегут ко мне. Это можно как-то прокомментировать? Можете, нет? Уроды, сука. На самый верх еще идти, ёбаный рот. Они там уже стоят, ебать того рот. Перезарядка, блядь. Закрытую традиционную дверь. И эту тоже. А где? Я понял. Сука, вы слышите это? Я это слышу, блядь. Хуя вас прибежала, блядь. Чё за праздник-то? Я даже не хочу знать, что это за звук, блядь. По всей вероятности, мне надо съебаться отсюда по-быстрому, блядь. А, они мне предлагают еще пойти посмотреть, откуда это звук. Нахуй. Так, у нас снова с вами три обоймы. Сука, меня сейчас выебут, я прям вангую.
Иди, говорит, посмотри, что там посреди деревни происходит. Ебать. Нихуя, а где тварь? Блять. Она где-то здесь. Ладно, я не хочу. Я хочу посередине остаться, блять. Чё-то как-то. А как мне ее отпиздить-то? Можно узнать? Тварь ничего не отдает. Сколько так мне, блядь, бегать? Не, ну это поприкольнее, конечно, чем предыдущие два уровня. Сука, а что мне с тобой делать, блядь? Отпизди, говорит эту суку. Или погодите, или мне нужно ее подпустить прям? Давай, поближе. Наверное, вот так надо. Слышь, мать, у меня патронов уже маловато, давай по-быстрому. Хату спрятался. Нахуй пошел. Не, ну в хате-то полегче ее опознать. А где ближний бой? Алло, блядь, у тебя же был ближний бой еще. Погоди, так она ничего не делает особо-то. Так, ну сейчас до окончания патронов. Сама придет. Так, перед ее появлением музычка становится, да? Так она ни хера не делает, блять, алло. За окном скачет. Тварь, сука.
А, серьезно? Блять, да хер мне тут бегать-то теперь. Ну, кстати, ближний бой убрали, меня это смущает. Потому что раньше он был. А сейчас хуй за воротник. В этот же хату, блядь. И нахуй мне сюда. Ебать-то в рот. Без патронов. А, блять, вообще-то я могу, наверное, тупо бежать. Потому что больше у меня вариантов нет особо. Бежать через лес, да. Ладно, похуй. Попробуем. Возможно, что-то и получится. Че, зря, блядь, полчаса здесь провел. Кстати, Мони нет. И чё, и дохуя бежать, да? Сука, перепрыгни. Я даже если меня завалят, я хуй буду проходить эту миссию по новой. Конечно, очень прикольно, но... Фонарик, кстати, чисто прямо ствол смотрит влево. Бля. Нахуй пошли. Если по одному, я согласен. Блять. Какие-то ворота. Стоять, не его ворота, походу. А, или стоп, это мост. Че, ебанулись, блядь, вы все это время за мной бежали, что ли? А может, и не мост? Блядь. Да что за, блядь? Пропустите меня. У меня патронов нету, блядь. 11 патронов. Вы один у вас, блядь. Не один у вас много. Что? Беги. А патроны кто-нибудь оставил мне из тех, кто надписи оставил? Не, ну я на месте. Судя по всему, место было здесь. Иди нахуй, блядь!